Телеканал «Дождь» представляет курс лекций Inspiration. Вдохновение. Каждую субботу у нас в гостях известные люди, чей успех заслуживает внимания. Они рассказывают о важном. Продолжаем цикл лекций, посвященных столетию Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. В эту субботу в 15:30 Игорь Бородин, заведующий отделом реставрации и консервации музея, художник-реставратор первой категории, раскроет секреты, как придать первозданный вид музейным артефактам. Не пропустите лекцию о реставрации произведений искусства. Смотрите в субботу в 15:30. Лекции на «Дожде». Записаться на лекции можно на нашем сайте tvrain.ru и на странице «Дождя» в Facebook.